Так, представьте, кто вы? Майор Головенский Алексей Сергеевич. Дата народления? 22.02.90. Посада? Посада не... Должность? Командир звена. Номер части? 59.882. Быт? Какая частина? Не понял. Какая часть? Какая часть? Это... Авиационная часть. Где? Крым. Где находится? Место дислокации? Крым. Город? Город. Саки. Помнишь, город Саки, да? Город Саки. Так, какая у вас была задача? Разведка. Полностью задача какая? Это местная, это местная. Воздушная разведка. Воздушная разведка, он так и называется. Так, другой капитан, представьтесь. Козлов Алексей Игоревич. Голоснейшее. Козлов Алексей Игоревич. Дата народжения. 2.03.88. Посада, должность. Штурман звена. Штурман? Звена. Номер части. 59.882. Место дислокации части. Саки. Откуда родом? Смоленск. Город Смоленск. Где проживаешь? Прописка. Крым. Прописка, адрес? Адрес, город Симферополь. Адрес, адрес. Улица, дом, квартира. Улица Кичкемецкая. Дом 97, квартира 56. И как задача была у вас? Разведка данных объектов. Стоять в зоне ожидания. Сколько вылетов вы здесьнили с 24 лютого 22 года? Три-четыре вылета. По каким местам працювали українським? По морю. Разведка, разведка моря. Скільки ви скинули бомб, скільки забомбили городів? Бомби не кидали. Істребітель ходили на кришу і на розвідку. Майор, ти? Так точно. Ми один екіпаж. У нас задача морська розвідка.